Привет всем! Иногда бывает так, что заходят в гости очень интересные люди и пишут довольно веселые комментарии. В первую очередь, конечно же, хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто пишет добрые комментарии, кто поддерживает, всем дружественным каналам, подписчикам, гостям, в общем, всем, кто нас смотрит и как бы пишет адекватные комментарии. Но иногда вот случается так, что приходят с негативными комментариями. И вот последние вот эти не очень хорошие комментарии, их оставляли подписчики Ольги 72-го года, потому что они приводили в пример именно ее. Один комментарий был о том, что, к сожалению, на нашем канале нечего смотреть. А то, что вот у Ольги есть что посмотреть, всегда интересно, а у нас вот тут нечего смотреть. Ну, мне тоже, мне прям так смешно стало. Видео самое разнообразное, ну, раз уж и нечего смотреть, ну, смотрите там, где есть. Поэтому здесь уже на вкус и цвет товарищей нет. А другой комментарий буквально вчера был, очень такой тоже интересный, о том, что у вас срач и тут, и там. Не урожай, у меня там было в ролике написано, что урожай и тут, и там. Они сказали, нет, ну, у вас срач и тут, и там. Что в огороде трава, что как бы трава вот это не полится, что везде все заросло, на грядках бардак. Ну, я не знаю, конечно. Может быть, какой-то небольшой бардак есть, но чтоб так уж прям все было плохо. Давайте посмотрим. Прицепились вот к этой вот куче травы, которые вот срываем мы, и как они ее разглядели, я не знаю, вот эту кучу. Ну да, вот рядом цветы растут, да, а здесь куча. Ну, очень удобно, потом вот ее вот, это как бы всю траву собираем в одном месте, а потом переложим в грядку. Как бы у кого-то компостные ящики есть, а у нас вот такая компостная куча. Про огород, что огород заросший, ну, потому что огород большой, и как бы трава уже, ее просто не выполоть. Пололи-пололи, но если такая трава растет, осока, ее никак не выполоть. Березка, как бы, ну, огород большой, скосится потом все, и картошки же это не мешает совершенно, она в земле растет. Поэтому на грядках прям такого бардака уж, прям, что прям бардак прям, не знаю. В общем, недовольные заходили, а я считаю, что нельзя сравнивать большие каналы и маленькие. Большие каналы, они этим живут, это их хлеб. Они, конечно, вам показывают, что у них там все чистота, порядок и чинно, благородно все. А у нас вот так вот где-то есть какой-то небольшой бардак. Где-то трава какая-то растет. Кто-то все скашивает, прямо у них все выкашено триммером. Ну, у нас вот так, мы в деревне живем. Поэтому порядка такого прям огромного нету. Да, есть где-то какой-то небольшой срач или вот какие-то такие кучки вот травы собираем, потом опять же таки все перенесем в ту кучу. Коты орут даже. Поэтому большие каналы, они показывают вам, где все у них там вылизано, все у них там вычищено, чистота, порядок. Но раз у них есть столько времени свободного, что они могут с утра до ночи этим заниматься и там выкладывать по 3-4 ролика, это их право, пускай они этим занимаются. А у нас вот так где-то есть какой-то небольшой беспорядок. Поэтому такие вот дела. Не надо сравнивать. Я захожу ко многим маленьким каналам. К большим я сейчас практически не захожу. А на маленьких каналах там все вот по-честному. Да, есть где-то какой-то недоделки какие-то. Где-то какая-то трава тоже не вырвана. Потому что не успеваешь. Она в одном месте вырастает огромная. В другом пропалываешь, она опять вырастает. Поэтому всем всего доброго, а друзьям, тем, кто поддерживает, пишет комментарии, всегда приятно их читать. Им огромное-огромное спасибо. Но всем тем, кому не нравится, проходите мимо. Никого не держим, никого не задерживаем. Не смотрите, раз вас так морально вас прям угнетает. Какая-то вот такая небольшая кучка. Если это еще не прибрано, эти стоят, стаканы надо все перемывать, прибирать от рассады еще. Потому что времени не хватает, огромный огород, пчелы, другие дела, работа, мы все работаем.
у этих блогеров, ведь это их работа, это их хлеб, то, что они снимают и выкладывают. А у нас есть основная работа пятидневная, у кого-то шестидневная, у кого-то ненормированный рабочий день. Поэтому бывает какой-то бардак. Ну что поделать? Все равно же вот так вот красиво все растет. В общем, всем добра.